Я первый раз это место не пролетел. Нет. Смотри, как хорошо заметно, что это место глубоко в жопе. Тут практически ни одной граффити нет. Мы это место постоянно пролетали. Я сейчас еду, помню, где-то здесь, по карте. А вот ради чего мы потеряем полчаса. Вау, я даже ягоды вижу. Да не вижу вообще что. А, экран выключился. Большой зал. Это слот, это не плюс. Комнатка, стол. Слот написано. Кухня, ну да. Вик, не лезь по траве, пожалуйста. 1800 года. А, он такой был изначально. Нагоняй, за. Уходи, грязь, аккуратно, по траве. По траве лучше, не по краешку. Смотри, Лика, там птички живут. Вот бы сейчас нашего кота тут разорвало от счастья. А там еще куда-то тропинки идут. Да, сколько здесь черешни, обалдеть. Пару деревьев. Да, немного осталось от этого здания. Где она? Вон она, бабочка. Смотри, какой тут видок, Наська. Надо было с собой нашу яхту брать. О, пошли туда пройдемся. Смотри, Ликусь. Лик, смотри вперед. Вау. Слушай, а ночью оно подсвечится, смотри, фонари стоят. Так они не вышли еще. А, точно, нифига не маленькие. Я думал, они побольше размером. Слушай, пошли, я в тапках, я сейчас покачусь, как камень туда вниз. А тропинку уже отсыпал кто-то. Да не покатишь, как лапа. Тропа такая протоптанная, это что, для мышей было? Прикинь, Наська, кто здесь жил? Лянь тут какой вид.